Привет, привет, привет! С вами снова Ирина и Корас Бьюти Блог. Мне кажется, мы живем в какую-то эпоху патчи. Куда ни глянь, везде патчи, 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 еноты. Все девчонки в Инстаграме фотографируются с этими енотиками, с баночками и говорят, как я люблю патчи. Я тоже хочу любить патчи, я тоже хочу узнать, что это такое. Но я не люблю быть как все, мне никогда не нравилось повторять за кем-то, копировать кого-то, но патчи попробовать я тоже очень хочу. Что же я сделала? Я порылась на сайтах и поняла, что кроме патчей с енотами, есть еще огромное количество других разнообразных патчей. Для себя я выбрала вот такие вот. Golden Snail, гидрогелевые патчи с золотом и муцином улитки. Чем они мне понравились? Посмотрите, какие они красивые, в форме капельки, что их отличает, кстати, от енотиков. Это универсальная форма капли, которая подстраивается под форму нашего глазика. Они пропитаны множеством очень красивого мелкого шиммера. Эти патчи просто великолепно смотрятся не только на вот такой моей подложечке, но также под вашими глазками. Вуаля, вот я уже и в этой красоте. Очень здорово, можно нанести патчи утром, 15 минут, пока вы собираетесь, чистите зубы, делаете свои обычные процедуры, они в это время работают, буквально стирают все ваши бессонные ночи, лишнее выпитое количество влаги, все ваши мешки под глазами, синячки исчезают. Также мне кажется, что я заметила некий накопительный эффект. Чем чаще я их стала использовать, тем лучше становится кожа вокруг глаз. И мне кажется, что мелкие морщинки мимические стали пропадать, исчезать. Хочу поделиться с вами маленьким советом. Очень здорово наносить эти патчи после того, как они полежали в холодильнике. То есть охлажденный вариант патчи вам понравится гораздо больше, нежели обыкновенные патчи, которые просто лежат у вас на туалетном столике. Защитником патчи с енотами я хочу сказать, что если вы считаете, что в этих патчах, в отличие от патчи с енотами, нет кружочка маленького для локального применения, то есть нет кружочка посередине, который можно наклеить на прыщик, на какое-то воспаление, и этим патчи по Титфе уступают патчам Secret K, то на самом деле это не так, вы можете в любой момент отломить кончик, отрезать и с таким же успехом наложить его на свой прыщик. И не нужно говорить, что ракуни лучше. Нет, эти мне нравятся почти больше. Вот, чтобы не быть голословной, я оторвала кусочек и наклеиваю его как будто бы на прыщик, которого, к сожалению, нет. К счастью. Ну что, я хочу вам посоветовать, чтобы вы выбирали что-то свое. Не нужно зацикливаться на том, чего очень много в интернете. Пробуйте, экспериментируйте, выбирайте свое новое, лучшее, отличное от всех остальных. Спасибо, что были со мной. Увидимся позже. Пока-пока. Не забывайте, что патчи многофункциональные, их также можно использовать для носогубных складочек.